Правительство Японии готовится к отмене режима чрезвычайной ситуации, введенной в связи с распространением COVID-19. Это первое ослабление ограничительных мер с момента их вступления в силу. Ожидается решение премьер-министра Японии об отмене режима ЧС в 39 из 47 префектур страны. В крупных городах, таких как Токио и Осака, режим ЧС, вероятно, будет продлен. Основным условием для отмены режима для Токио является менее 70 зараженных в неделю и менее 10 в день. Количество выявленных случаев в Токио накануне было меньше 10. Если так будет продолжаться в течение недели, 21 мая правительство может принять решение об отмене ЧС в Токио. Для предотвращения второй волны распространения коронавируса правительство Японии планирует принять ряд дополнительных мер. Два дня назад премьер-министр отметил, что еще в 13 странах, включая Азербайджан, уровень вирусной угрозы поднялся до третьего. Всего список включает 100 стран. Правительство Японии советует своим гражданам не ездить в эти страны. Решение, вероятно, будет принято через два дня. Гражданам 100 стран, включая Азербайджан, будет запрещен въезд в Японию. Алибек Мамедов считает, что по мере стабилизации ситуации в Азербайджане и других странах, в отношении которых применяются ограничительные меры, решение будет пересмотрено, и Япония вновь откроет свои границы для граждан этих государств. Медина Гурбанова, Ферекс Абергазы, CBC.